узнать, что было. И вон дома погорели. И направляемся к дому моей бабушки, которая раньше тут жила, когда еще все было хорошо, отлично. И сейчас мы покажем вам, насколько, как плохо стало ее квартире. Говорят, нас таксист предупредил, мы вызывали. Давайте не там проходить, пацаны, давайте обойдем. Ну его. Мы вызывали такси, нас предупредил такси, что здесь еще не разминировано, валяются мины, растяжки, что тут ходить опасно. Вот, ребята, что с домом моей бабушки. Ля, тут люди пропадают, а они кошек ищут. У нас последний раз мы здесь были 3 июня, сегодня 30 июня. В общем, в чем суть? Если, когда мы были 3 июня, расчет был в основном в гривнах, то сейчас, 30 июня, гривну берут уже неохотно, в основном цены уже ставят в рублях. Ее и нет уже. Рубли остались. Пенсионеры только достают под полы и меняют на рубль по бешеному курсу. Дорого, но очень вкусно. Пшеничная 30 рублей. Пшенка 49. Ну, я постираю. Вот, жара немножко. Как-то были мы в Донецке, еще было прохладно. Вода у нас набранная, и я сейчас нашла выход из положения, чтобы не включать кипятильник. Вот, мы ставим на солнце воду, она действительно горячая, действительно, иногда даже приходится разбавлять холодной водой. Вот, и вот так вот я стираю. Обычно я стирала в ванне, но сейчас уже лето, можно это делать на уличке, на свежем воздухе. Короче, как ВТБ, да?